Так, ладно. Собственно, всем привет, ребят. Добро пожаловать. С вами, как всегда, Валера. Ну и сегодня продолжаем стрим по Mind Zero. Продолжаем проходить эту игру и смотреть, что дальше будет происходить с нашими героями, да и с этим миром в целом. Так. Что мы делали в прошлый раз? В прошлый раз мы выполнили квест от детектива Огата, цель которого заключалась в том, чтобы мы потренировались. И для этого нам было нужно убить 10 кошаков. Ну, монстров-кошаков. И мы это успешно выполнили. И на этом у нас все закончилось. Маленькие большие события были со всеми персонажами. Ну, точнее, с Чикаго и Лео. Не особо со всеми, с некоторыми. Ну и, собственно, вот. Убил 10 котят. А я что, виноват? Меня заставили. Такова была цель миссии. Чё? Я не виноват. Я не хотел никого убивать. Ай, нет, не сюда. Стоять. Тут можно прочитать про персонажей. А, и туториал. Я думал, что тут только туториал будет в гуидбук. Оказывается, еще про персонажей можно прочесть. А мы более-менее уже все знаем. Да, привет, концентрат, привет. Привет всем, короче. Да, вот квест пройдем. Ну, ладно. Пойдем дальше тогда заниматься делами в игре. И посмотрим, какие предложения у детектива еще есть. Ну и вообще. Вообще, куда развиваться, в каком направлении? Так, чувствую себя как дома. Ты и так себя чувствуешь как дома. Так. Был слух, что призрак, который похож на самурая в брони, появился около святыни Тенкоджи. Я думаю, что в этом всем вовлечен Майнд. Я буду вне офиса по работе. Поэтому я бы хотел, чтобы вы, ребята, взялись за это. Думаете, вы справитесь? Да. Хорошо. Если вы найдете дверь, тогда... Ничего не делайте. Просто дайте мне об этом знать. И потом ждите мои инструкции, хорошо? Удачи, ребят! Окей, давайте пойдем посмотрим, что там за призрак или что. Берс, ну это походу какой-то спамер со своей рекламой. Это часто бывает. Таких банить надо. Саунд-реквеста, блин, хотят. Так, ну ладно. Нам сюда, как я понимаю по сюжету. Но давайте проверим другую локацию. Вдруг там какой-нибудь ивент есть с персонажами. Я как бы не хочу пропускать что-нибудь важное. Так, нету ничего. Тоже нету ничего. Тоже нет ничего. Ну, хотя бы убедился, что ничего нету. Так, что у нас там в чате? Ай, ничего больше. Ну, погнали, посмотрим, что там за призрак самурая в доспехах. Так, собственно, пришли. Блин, чувак, я уже и забыл, насколько большой Ниппури. Итак, а где именно находится святыня Тенкоджи?
Но оно должно предположительно быть прямо перед станцией. Но это место такое жуткое. Кладбище и святыни тут повсюду. Да, это определенно чувствуется как то место, где ты можешь столкнуться с призраками. Эх, только посмотри на эту карту. Святыни, могилы вокруг каждого угла. そういう土地なんだろう。墓参りには便利かもしれないな。 А, верно. Я думаю, что оно используется для такого рода вещи уже давно. Я думаю, что это достаточно удобно, если ты хочешь посетить очень много могил, но... Я определенно не хотела бы прогуляться тут по ночам. Давайте просто продолжим идти вперед. Обязательно. Я клянусь Богу. Я очень сомневаюсь, что мы не встретимся с призраком тут. Лео. 雰囲気あるって言うだけにしておけ. Лео, как насчет того, что мы будем придерживаться от того, что это место просто жуткое, окей? 大きなお寺があるし、昔ながらの作りって感じね. Все эти святыни тут заставляют почувствовать, что это место древнее. こんな場所に鎧武者の亡霊なんて出んのか? Ну, я предполагаю, что в такого рода местах, где призраки самураев могут... Нет. Я предполагаю, что это действительно похоже на то место, где призрак самурая может показаться, но... Вы действительно думаете, что он покажется? Огата-сан-кара-мурата-сириода-то... Согласно информации, что мистер Агата нам дал, несколько человек сообщали, что наблюдали тут в последнее время призрака. Самурай, да? Интересно. Какой год он думает сейчас? Так, я никого тут вокруг не вижу. Так что я думаю, мы не сможем никого спросить информации. Похоже на то. Постойте, а там не девочка случайно? А, замечательно. А тогда я пойду спрошу, если она не видела самурая. Привет, Андрей. Ой, Лео, что-то вот. Эй, Лео, постой. Да, он действительно импульсивный, не так ли? Извините меня. Ребят, это не простая девушка, точно. Девочка, девушка, слышите? Ну вот почему нужно было обрезать слово девушка? Ну что, ты поговорил с ней? Я не смог.
Моя уверенность была в край уничтожена. Не понадобилось особо много, чтобы из 60 стало 0. Почему ты такая грубая? Послушай, у нас ничего нет. Я на единственный человек тут в округе. Нужна информация. Давай иди, поговори с ней. Хорошо, хорошо, сейчас пойду. Да, она тотально игнорирует его. Топ сомневался. Как бы, мадам. Извините меня, да, вы в очках, у вас есть минутка? Привет. Вы со мной говорите? Да, наконец-то. Я начал думать, что я невидимый. Что? Вы это говорите со мной? Да, я имею в виду, что я пытался заполучить ваше внимание, но вы продолжали игнорировать меня. Вы хотели поговорить со мной? О нет, я даже этого не поняла. Это было действительно грубо с моей стороны. Я действительно сожалею. Эй, вам не нужно быть такой. Вы заставляете меня чувствовать себя как дураку. Вы сказали, что вам что-то нужно? Да. Мы слышали какой-то слух касательно самурая в броне, что находится в округе тут. А вы не видели ничего подобного? Самурая? Нет, я не видел ничего подобного. Это был странный вопрос, не так ли? Мы просто, знаете, делаем исследования касательно городских легенд и все такое. Нет, мы не охотимся за призраками или что-то подобное. Прошу прощения, я действительно ничего не знаю. Постой! Есть еще кое-что, я что хочу с вас спросить. Да? Вам не нужно так пугаться. Блин, это так сложно. А? Что? Нет, невозможно. Постойте, что? Эй, что такое? У меня что-то на лице, что ли? Нет. Да ладно, что такое? Нет! Эй! Ай! Постойте! Лео! Что ты с ней сделал-то? Ничего, я клянусь. Она только посмотрела на меня, и потом она сбежала. Это... Чё? Что? Что такое?
Она смотрела на мою левую руку. Не может быть. Нет. Не так. Она убежала сразу, как заметила это. Да ладно, почему она... Что? Она может увидеть их. Разве это не означает, что она Майндер тоже? Мы не можем знать наверняка. Может быть, она просто как Шизуку. Точно. Хорошо подметила. Нам нужно поговорить с ней. Эй, постойте! А мы не собираемся причинить вам вред! Нет, отойди! Оставь меня в покое! Эй, ты заставляешь меня чувствовать себя, как будто я какой-то извращуга! Эй, постой, мы просто хотим поговорить! Воу! Постойте! Самурай? Это Майндер? Чтобы это не было, нам нужно позаботиться это до того. До того, как мы пойдем за ней. Что? Сражение? Внезапно. Инфернон, привет, и ты про что это? Блин, как же реально интересно тут все. С трудом отрываешься от этих диалогов. О, господи. А. Майнд не работает на него? Вы что, серьезно? Скиллы Майндов. Воу. Работать само собой. Ладно, потом. Сначала усилю огонь. Тэкагэн ва шинай. Что? Один хп? Жестко. Че, все? Да, Спилман, Ведьмак 4 в будущем. А, оно исчезло? Что здесь происходит? Я сам не понимаю. Я тоже. Но теперь я уверен, что нам нужно поговорить с ней. Точно. Но сначала мы должны ее найти. Никаких проблем. Можешь не на меня рассчитывать. Рассчитывать на тебя... Постой, Лео! Мы идем с тобой.
Та девушка, не похоже, что она была одержима. Я думаю, что она майндер. Согласен. Тот самурай, что мы видели ранее, наверное, ее майнд. Хотя, это не было похоже на то, что она контролировала его. Ты думаешь, что он действовал самостоятельно? Может быть, это какой-нибудь защитный инстинкт? Ребят, эй! Чего вы так долго задерживаетесь? Иначе вы останетесь позади так. Да иду. Я думаю, я потеряла их. Кстати, знаете, что я заметил? Задников тут не хватает. Мы пришли на кладбище, а тут задник города, который уже не в первый раз. Как бы, ты же не знаю. Что за? Кто это там? Почему? Ты знаешь мое имя? Что происходит? Это она! Оно исходит оттуда! Дверь! Оно ушло во внутреннюю реальность, правильно? Ты думаешь, она пошла туда? Возможно. Агата сказал нам ждать, но я не думаю, что у нас есть время. Нам нужно пойти за ней. Черт, конечно же мы это сделаем. Готовы? Погнали! Духовный путь. Сколько? Ну, Спилмен, 4.5, наверное, я бы сказал. Я в совершенстве владею, молдавско-румынским, это один и тот же язык, родной. В совершенстве владею итальянским. Нормально владею русским. Нормально владею английским. Плохо владею японским. На разговорной части вообще не могу. Только понимаю на слух. Собственно, вот. Круто. В смысле, Каспер? Круто что? Игра, да, блин, офигенно. Мне реально вставляет это атмосферно мрачное. Ну, после САО, который весь такой веселый, жизнерадостный, разбавлять вот такой мрачной атмосферой, это просто офигенно. Так, мой ник произносится как Шпильман. Шпильман. Я запомню, попытаюсь. Ты мне напомни еще потом пару раз и запомню. Шпильман. Ну, немецкого я не знаю. Поэтому. Блин, новые враги пошли. У меня один вопрос. Каспер, у меня один вопрос. Как узнать, статистику врага? Ну, посмотреть там слабости и все в этом духе. Фумо, разговорный русский, в смысле? В чем тут это? Ух! Хорошо-то. На бегинере будет все очень изи. Да я знаю, но все равно.
методом проб и ошибок. А, нету анализа так, какого-нибудь скилла или бутылок, как в других играх. Жаль. Хотя нет, стоп. Не помнишь книгу монстров? Ну ладно. Жаль. Скилл, может быть, есть, не помнишь? Ну ладно. Саки не сусунусу. Так, лайфпоинты. Надо восстановить. Чем-то финалкой. Спилмен. Это же JRPG. Хотя, точнее, это Dungeon Crawler JRPG. Потому что если игра от первого лица, то... А так... Вот. По сути, все JRPG построены примерно так, но с каждыми своими фичами. Максимум на босса. Понятно, Каспер, спасибо. Просто, знаешь, после Demon Gaze, где знание слабых мест противников и сильных мест его противника очень решает в игре. Потому что если ты не знаешь, то чуть позже, независимо от того, на какой уровень сложности ты играешь, тебя будут от того нагибать. Особенно боссы вообще. Хотя и обычные враги. Чё? Опять майн заблокировано. Сил... О, нет! Воу-воу-воу-воу-воу! Не, ну Каспер, я знаю, что Demon Gaze легче Operation Abyss, но все же. Жопа! Походу, мне пора качаться, мне кажется. Бля. Слушайте. Да мне жопа. Так быстро? Воскрешалки нету. Мада, я рыжу!
Нет, МКВ, это был не ГГ. ГГ это... еще жив. Уже гриндит левел нужно. Дайте мне убежать! Все, бежал. Валю-ка я отсюда, к черту. Нужно воскресить Лео. А как его воскресить? Мне пред нечем. Придется выйти только на карту. Ничего не делает. Офигенные лечилки, блин. Слушайте, может у меня скилл воскрешения там случаем завалялся? Что у меня тут? Атаку, атаку, дамаг, файер, ЛП. Нету воскрешалки. Свалю из данжа. Потом придется качаться на первом уровне. Хотя, может быть, если я завалил сначала те две фиговины, а потом этих львов. Так, все. Я выбрался в целости и сохранности. Да. Сохранюсь. Чё, погнали фармить? А чё делать? Привет, Теодор. Угу, молодец, круто. Так, включу я вентилятор себе немного, то мне жарко. Ай, господи. Как же я люблю фарм, блин. Ну уж, давайте. Великий фарм. Ну, тебе смешно. А мне нет. Готов. Ну хорошо, что есть хотя бы вот это ускорение анимации, чтобы не сдать слишком много. Ой, стой. Готово. Ну, Фумо, смотри, завтра, если будет, если я никуда не пойду, то в 18 будет, точнее, в 5 часов будет идолмастер, а вечером будет
Shadow of the Colossus. А если я пойду, куда нужно мне пойти, то только Идолмастер вечером будет, и все. Такие планы. А тут есть еще что исследовать. Что? Снова на следующий этаж. Нет, спасибо. Пока что я на следующий этаж не собираюсь. Без меня в колосса не рубай. Ну а ты будешь завтра в 9 вечера? Потому что если я буду их стримить, то в 9:30. Ну как бы еще неизвестно точно, но примерно в это время. Ну а Майн Зиро уже продолжим понедельник. А колоссов будем проходить по субботе. Так, по субботам. Дерьма. А, ну Берс, по-любому все хорошо. Ты успеешь по-любому. Да умри ты наконец. Лечить-то нечем. Ну, хотя ХП нормально сойдет. Два шага, блин, сделал и сразу. Готово. Дайте мне уже новый уровень. Наконец, седьмой. Думаю, восьмой уровень, что ли. За всех, потом попробую идти дальше. Итак, скилла. Посмотрю, если не появилось. Нет, не появилось новое место. Впереди я вижу ивент. Ну, погнали. Надеюсь, это ничего сложного. О, господи. Ну, ладно, нормально. Справимся как-нибудь. Один готов. Что именно? Что именно тебе не нравится? Фума.
Сила解放する. Сжечь его уже. Сила解放する. Давайте мы сейчас его прибьем. Готов. О. Или отстающий получил новый уровень. Ладно, можно выйти из данжа. Восстановить ТП и снова от него качаться. И, кстати, вот тут как раз картинка с загрузкой самурая и тян самурая. Ну, собственно, походу. Фу. Самурай и тян. Это, походу, как раз наши. Наши люди. Шкакерзо. Готово. Ну и что-то их быстрее вроде бы прокачиваю. Фу, прокачиваю, убивай врагов. Все-таки немного прокачался. Или я к ним привык, скажем так. Ай, попался. Так. Водяного этим. Блин, раз у меня, кстати, вот эти... А, нет, они блокируют майнд. Но, блин, они огненные. Надо бы скилл воды поставить кого-нибудь. Еще живой, падла. Готов. Кстати, а где тут можно посмотреть, сколько нужно им до нового уровня?
Так, статусы. Ну, МКВ, как бы, ты знаешь, что шанс всегда есть, но очень-очень-очень маленький. Очень маленький. Я, конечно, немного сомневаюсь, потому что не было ни одной, но, знаешь, всегда есть вероятность, так что надежда, как говорится, умирает последней. Ну, просто серьезно, у тебя же PS3 есть, так что в чем проблема? Поиграешь. А, во. 4 косаря. О, господи. 3. Противники начали толстеть. В смысле? Становиться жестче. Но... это я заметил. Хазимирка. Ну вот именно поэтому МКВ я тебе говорю, что шанс всегда есть, но он очень маленький. Но как ты видишь, Golden вышла года два назад и ничего. Файтинги, которые арена, тоже ничего. Вот сейчас выходит Dancing All Night, тоже ничего. Пятая скоро выйдет, ну тоже пока что не предвидится. Но кто знает. Может быть, когда-нибудь. Фумо. Hyper Dimension Neptunia Rebirth тоже не на PS4, а на PS Vita. А Golden и Dancing All Night на Vita. Умник, блин, нашелся. Так, еще 500. Ну, еще рано выходить из данжа. Можно еще пофармить. И заодно открыть данж на все 100. А, нет. А, ну потом уже вверх. Так, опять эти крабы. А, нет, тут... Кстати, МКВ, ну насчет графона, что ты переживаешь? А нет, разницы большой не будет, к сожалению. Об этом сами заявили разработчики. Но и как бы оно и так выглядит замечательно. Как и сама Кэтерин тоже. Чей движок используется. Так что...
Просто разрешение будет не 720, а 1080 на PSP. Ну вот именно, МКВ, не парься. Ну и персона вообще не про графон. Покручусь еще тут. Ну уж, давайте рандом. Жаль, что тут нету кнопки. Типа нажал и сразу рандом начался. Не помешала бы эта кнопка. Ну, наконец-то. Блин, что-то львы уже не попадаются, кстати. Так, сейчас, секунду, ребят, отойду на минуту-две. Так, ну ладно, погнали. Всё. Что там еще? Кто-то сказал графон, да, Берс. Графон. Ну. Графон, Графонович. Мне графон и в Майн Зиро устраивает. Главное, чтобы было интересно. Хотя всегда приятно, когда есть хорошая графика. Так. Ну же, рандомчик, давай.
Фиг. Готово. Саки не сисунзо. Блин, сколько там еще до нового уровня? Так, косарь с половиной, косарь 800, докса. Примерно 4-5 битв еще. Ну ладно. Кстати, я же могу сделать так. Потом тут респаунится же ивент. Ну, Берс, раньше и та, трава была зеленее, и все в этом духе. Сейчас не знаю, почему все помешаны на графоне прямо. Господи. Да мне насрать, если честно. Шкакерту. Нужен же повод для срачи. Не вижу смысла тратить. この一撃で終わらせる。先に進むぞ。 Ну, смотри, Максимус, МКВ, как бы, просто у меня сейчас, как бы, не в... все игры, которые играю, они же не на PS1 ты. Вот та же Mind Zero-то, тут графон PS1 уровня, но играю на Vita, потому что она только тут есть, играю там, где есть. А то, что она выйдет потом где-то там на ПК, это уже другое дело. Вон, та же Chrono Cross, которую собираюсь пройти когда-нибудь. Она на PS1, я пройду ее на PS1. Точнее, симулятором. А если еще точнее, PSN-версия из PSN скачаю на PS3. Разница никакой, просто играю на PS3, потому что у меня нет PS1. А с эмулятором париться не хочу, потому что смысла нет. Графон тоже будет. Так что, хз. Хватит фармить. Еще не хватит. Восьмой уровень же надо взять. Потом уже хватит фармить. А то я чувствую, что моя жопа может подгореть на боссе. Блин, чё так мало? Опыта.
Что живой? И не то. Шувучи, падла. Ну, наконец-то. Еще не дали новый уровень. Ну, дайте мне этот сраный уровень уже. Ну ладно, пойду я уже на следующий этаж. Нормально, хватит. Так, нужно восстановить лайфпоинты. Так, сана. А ладно, на максимум. На максимум, нормально. Теперь, надеюсь, если что, я справлюсь уже. Привет, Black Watch. Ивент. Где же она? У меня есть чувство, что она пошла этим путем. Эй, постой, Лео! Мы не будем бежать куда-то только потому, что я это почувствовал. У нас точно нету другой лучшей информации. Так что стоит ему поверить. Погнали. Это не закончится хорошо. Да. Чувствую, у нас будет битва с боссом. Да, Каспер? Я угадал. Хотя, с каким боссом? Опять с этим самураем? Блин, я забыл взять скилл огня. По огня воды. Да, ну так и думал. А не туда. Сюда. Молодец. Еще живой? А Лео еще не ходил. Наконец-то. Так, я у Лео заменю скилл страйк. О, восьмой уровень. Хе-хей. Всем восьмой. Почти всем, еще Лео остался. Но Лео сейчас получит тоже. Так. Скиллы. Может, третий слот открылся? Нет, не открылся. Так. Так. Вот он. А, нет, это поднимает.
Вот он. Сколько? У меня 39 скиллов из 256. А, то есть ограниченное количество, которых могу хранить. Ну вот у меня есть много одинаковых. Их, наверное, потом можно как-то солить с друг другом для того, чтобы прокачать их. Предположительно. Ну все. Так. Лайфпоинты. Ну, можно его подлечить, Лео, немного. Все-таки. Так, Лео. И тут тупик. А. Я эти врата не заметил, блин. Сделал круг зря. О, Аркана Фолс. Блин, урод! Эта мразь издевается, что ли? Ну, сволочь. Готов. Ваншотом. Нормально. А вот и восьмой уровень, Лео. Блин, это было опасно, близко, так сказать. Но скиллы работают просто замечательно. Так, налево или направо? Ну, пойду направо. Опять бы. Ох, нормально. Топить. Да, Сайриус, это так и должно быть. Я просто ускоряю анимацию, чтобы не ждать слишком много. Так что да. Тут есть возможность ускорения анимации. Чтобы не ждать слишком много. Вот это нормальная скорость. Воображение. Готово. Окей. Да, пойдем. Нужно завалить эту фиговину.
если бы я знал, поступил бы по-другому. Окей. Даже бить нечего особо. Надо бы подлечиться. Так, скиллы. Сана. И второе. Пойду вперед. А это просто пустая комната. Круто. Туда пошел. Так, нужно сначала завалить фигню посередине, потому что это говно доставляет больше всех проблем. Готово. Готов. Ваншотом. Укете миро. Зеро ичигеки. Ёю да на. Опять непонятно, куда идти. А, во. Третий этаж. Блин, где же спряталась эта... А, это... Тян с очками, блин. Покажись ты уже. Надоело бродить по этому данжену. Хочется сюжета. О, господи. Еще один большой данж. Налево или вперед? О. Начнем-ка. О, нет. Это очень, очень плохо. Ну, ладно. Нормально. Не так плохо, как я думал. Итчо яримаска. Ну это вообще изи. Блин, надеюсь, я правильно иду. Уже на четвертый этаж.
Господи, сколько мне еще бродить-то? Каспер, я правильно иду? Или случайно пропустил что-нибудь в данже на предыдущих этажах? Надеюсь, что я ничего не пропустил. Возвращаться как-то не хочется. Опа, новый тип врагов. Привет, стратеги. В смысле, куда подевались? Они все тут вообще-то. Вот на Good Game там идут беседы. Готов. Итак, я видел там немного эквипмента нового понабрал. Что интересного? МКВ. На PS4 не обязательно качать патч. Можно играть без того, чтобы качать патч. Хе-хе. Так что это не обязательно. Я могу вообще консоль отрубить от интернета, вставить диск и играть, оно вообще не скажет, что у меня есть патч. Или могу поставить патч, качаться в фоновом режиме и играть. Но 3 гига с половиной, это, конечно, мощно. Чё они там делать-то хотят? Вот сюда. Блин, эти двери сделаны с крашенными шторами. Фиг их найдешь так легко. Блин, Каспер, ты что, еще не тут? Че, ушел, что ли? Или ты не знаешь? Мне нужны твои подсказки сейчас. Не хочу заблудиться. А, ну это на ПК, я знаю. Не, ну на PS4 можно без проблем запустить и оставить, чтобы патч качался в фоновом режиме. Когда он докачается, тебе скажут, что он скачал-то. Хотите перезагрузить игру, чтобы установить патч? Да, нет. Ну, и все. Ну и плюс, 3 гига с половиной качается за пару секунд. Ну, секунд окей, нет, но за полчаса скачается у меня. Так что не вижу смысла паниковать.
Так, что-то мне кажется, я прокачаюсь до 9 уровня. Странные мини-игры. Порежь ткани пальцем, введя по экрану. Ну, МКВ, посмотрим. Посмотрим. А сами персонажи атакуют. Ну, стратеги. Тут можно выбрать, или персонажи атакуют, или майнда. Само собой, лучше майнда, потому что они получают, ну, короче, делают больше дамага, во-первых. И, во-вторых, они весь, почти весь дамаг на себя берут. Хотя не всегда. Кстати, надо бы полечиться. Господи, да этот чертов лабиринт меня уже надоел. Ну, стратеги, потому что на персонаже есть некоторые функции, которые нельзя использовать с майндами. Например, побег или... или использование предметов. Да, весь дамаг на майн пошел. Персонаж вообще не получает дамага. Ну, это говорилось в туториале, то, что они не получают. А лайфпоинт у меня падает из-за того, что я использую навыки. О, Каспер, ты мне ответишь? Или не знаешь? О, барьер. Надо, надо. А вот и 9 уровень. Прекрасно, я вернулся обратно. Что? Ну, я спросил, я правильно иду? Потому что я уже на 4 этаже иду за этой Тян, и пока что ничего не происходит. Вот беспокоюсь. Ты издеваешься, да? Это же просто жопа обследовать всю локацию. Полчаса потратить надо.
Просто вот уже переход на пятый этаж. Чё-то я сомневаюсь, что я иду правильно. Очень сильно сомневаюсь. Стратеги, я не знаю. Это не меня спрашивай. Ну, знаешь, просто рандомы, 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 так что... Поэтому... И вероятно, что как раз на пятом этаже. Ну... Если бы ты вспомнил точно, было бы очень хорошо. Это мне помогло бы. Конечно, мне ничего не составляет труда зайти на GameFAQ и посмотреть точно, но... Надо найти... Что-то там. Что делает мост? Забей, не обращай внимания. Просто так, мимо проходит. Ну, просто локация, этот данжон очень похож на город. Ну, Каспер, я понимаю, просто так спросил. Вдруг знаешь. Круто. На GameFAQ даже прохождения нету. Офигеть. Я удивляюсь, почему по этой игре прохождения нету? Ее что, никто не прошел, что? Не, ну, как минимум Каспер ее прошел. Офигеть можно. Да. Весело. Ну, придется самому искать. Каспер, ты серьезно? Что-то мне кажется, я брошу эту игру. Не, бросать я это не буду, но... А, вот и ивент. А, ну, хорошо то, что можно сохраняться-то в любой момент, кстати. Так что я сохранюсь.